что такое игрушки? Ну, чтобы спать и включать, если они висящие. Игрушки нужны, чтобы играть. Чтобы в них играть. Игрушки нужны, чтобы играть. Чтобы развлекать детей, чтобы детям не было скучно. Игрушки – это предмет для игры. Какие игрушки бывают и какие у тебя есть? Игрушки мягкие, твердые. Машинки. Мягкие игрушки. Я играю в мячик. Он круглый и разноцветный. Мишка. Песик. Дракошка. Пингвин, ежик. Расскажи о любимой игрушке. Моя любимая игрушка – поляска. И она в темноте светится, и она, когда я ложусь спать, она даже теряется, а мама и папа ее не ищут. Лего. Могу дома делать, людей. А как она выглядит? Ну, бывает крупная лего, бывает мелкая. Она большая, ее может открываться пасть синяя. Это о ком говоришь? О ките. А он мягкий? Мягкий. Я на нем сплю. Лего. У него можно с собой машину, самолет. Много всего. А у меня ее две. Вот, а двух и расскажи. Собачка пушистая, у нее глазки золотые. Очень милый. А вот окошки, он такой красивый, у него голубые на спине крепышки, и он связан. Прикольно. Я играю в конструктор. Мы с папой сделали дома диораму Сталинградской битвы и с ним играем. У меня есть конструктор 8 танков, мы эти 8 танков используем в войне.